Вот, да, пошла запись. Смотрите, как будет писать. Начал обрастать даже, Лёха. Сколько мужчин собралось посмотреть, да? Так, а ты чего не репетируешь кусками? Так. Если зад не положит, да. Привет! Так, я уже Женьке рассказываю, ты в 8 бегаешь или во сколько? Что? Да, нет, на вот этом. Да. Да, десятку. Я просто завтра вроде как. Привет. У тебя как другая резинка. Нет. А? Резинка другая, может. Ну, в комплекте тогда идет. Сейчас? Нет. А зря. С камеры поедешь? А? С камеры поедешь? Куда? На площадь. Тихогрешкина? Да. Если это... Ну, если... Давай меня! Если я смогу туда попасть, туда... А пока не знаю. Ты что, ты идешь? Там завтра что-то будет, воскресенье что-то будет, дофига что будет. Всего. Вот иди куда хочешь. Хотя, зло увидеть, это не с тобой дурацкой камерой, а вот... А вот раньше ты куда взвешивал? У меня сломались крепежи, два крепежа. И сегодня привезли на шлем. Где они все прослали?
Там, блин, все эти штуки не очень прохождение. В натуре это гораздо сложнее. Ну, в том году с этой снимали камеры. Страшно. В этом году с какой-то вообще другой. Есть у меня еще лучше. Здорово, Лизбон. Не хотел, да? Вот, можно пощупать. Налетайте щупать. Дай пощупать-то. Что пощупать? Тебя. Тебе девчонка же, ну, пойдем. Ну и как? Целый день ходишь? Не, не целый. Что только одел, конечно. Я, может быть, беру. А, ну еще не почувствовал. Не, это обычная ткань, вот как вот у Андрюхи, то есть, ну, как вот у Петьки. Мы потом напишем. Мы сейчас сделали тестовый заказ, посмотрели, как что там по размерам. Размеры совпадают идеально. Качество, вот видишь, отлично все. И теперь мы как бы будем делать объявление, и как бы все желающие члены клуба могут выступить. Вот этот комплект стоит там что-то 3000 рублей. Вообще нормально. Что готовишь, смотришь? А что, второй раз побоялся? Вот пока здесь. Завтра, наверное, вынут, я надеюсь. Посмотрим. Шок! На два поменяем, а здесь нет. Там очень долго. Нет, ты понял, иначе мне вчера с урама так вот. Включай. Я поверю, порядок. Ты сегодня комбинировано. Ага. Вас не видно, не слышно. Здорово, потому что Макс на них тоже обиделся, и они не общаются уже давно. Ну, понятно. А вы начали обидеться. Я крыло бродировал, он даже... Че, а что обиделись? Мы на него не обиделись. Он взял и пропал. Один раз пропал, всех подвел, второй раз пропал, всех подвел. Просто без объяснения причин. Еще раз, ну давай. Уже нормальный. Я нашел твою старую фотку. Насколько старую? Вот такое. А, мы давно ее нашли вообще. Надо бы мне найти. Ну когда? Когда мы смотрели. Да, да, это было вообще забавно. Надо бы мне найти. У кого-то из твоих друзей. Мне кажется, Мне кажется, это у тебя. Чего вы больше просите пикнички? Ой, надоело, понятно. Организаторская диета без тут убила. Кататься надоело или вообще? Или кататься не катались. Она не садилась, я уже пошла, чешется. Мне нужно было ехать. Да, ну не то чтобы совсем активно, но очень активно. Там супер-супер было. Фотки обязательно. Москва? Да, там вообще такие виды. А ты туда нам на трене и на поезде обратно? Да, я обратно. Все до Останкина и со Останкина. Я всю Москву, наверное, перелетел. Я думаю, еще как-нибудь будет тепло. Да, на этой неделе навряд ли. Может, на следующую. Зимой катаешься, да? Ну да. Думаю, зимой. Нет, я хочу просто так. Никакой вибрации. Несешься, я даже не заметил, что я сейчас километров
Настолько разнообразные велосипеды были. Блин, вот фотку нигде не могу найти ни у кого. Там был велосипед, ну, лежачий, под байк сделанный, руль вот так он держит, а колесо переднее в 4 метрах от него. И он вот так вот. У него вообще как это, поворот? А сзади два колеса? Сзади нет, одно. Он даже не поворот входит, я не знаю, трейлер, и то проще в поворот войдет, чем он. Там, блин, я же забыл. Я уже начинаю забывать, что пусть не твой. Ты с самого не общался? Да, он гребет, не угадал. В итоге я потом... Я с ней сегодня в интернете пообщался. Это достаточно. Да, ну да. Противовес тебе, наверное. Вон, бегаю. Рассёкнутый джерси. Эй, когда будешь устанавливать там 4 твоих велика в гараже? Да. Ну, там тогда у меня форма на выбор. Там можно несколько вариантов вверх, несколько вариантов ниже. Вон у Чомки такая же. А у меня такая же где-то варианты. Лежит. А ты тоже у нас себе? Да, я раздеваю себя. Нет, они сейчас болит. Здесь разные варианты будут? Нет, понимаешь, какая фишка? Сейчас ты первая партия пришла одного формата. Если всех желающих заказать ее будет полностью она устраивать, вообще изменений вноситься не будет. Если кто-то скажет, ну фу, она выглядит отстойно или еще в этом духе, короче говоря, можно будет маленько цвета подправить. Она какая-то уныловатая слегка. Она есть, понимаешь, она впервые за 3 года она есть. Я, кстати, предлагаю создать новую группу. Велосрач. Или велосрач и Твери, например. Я не знаю, что там такое. Но чтобы соединять, вот хотелось пообщаться, надо высказаться. Не в группе какой-нибудь, а вот туда вот заходишь. Вот это вот всем товарищам надо объяснить. Ну вот те, что слева стоят. Всех Твери. Это не мой, я сам скачусь. Буквально через несколько минут мы начнем наш конкурс. Я прошу вас подготовиться к финалистам. Мальчик, прошу, девочки. Это специально. Давайте сделаем так, зрители, вот здесь могут стоять, вот там могут стоять. И третий я прошу выйти к баннерам. И мужчин, и женщин, и своими девушками. Ссылка такая классическая, как обычно бывает на всех буклетах администрации. Ну вот такой стиль, да, он свойственен Твери как раз. Такой достаточно унылый. То есть даже написание шрифта, все остальное.